Я чрезвычайно тронут, я потрясен, я не видел такого. Ни на каких передачах, ничего, что вот так одаряет женщина, просто потрясен. Какие только испытания не подстерегают долгожданных гостей маркизы. Во-первых, их отгадывают. Я слушал про угадывание и подумал, что можно снять просто такой небольшой фильм ужасов. Вот для человека с такой очень такой нежной психикой, вот когда говорят, вот это, тот, нет, и начинают у самого немножко голова такая. Я не я, было это, не было. Так человек может довести, просто свести с ума. Вот это было, нет, вот это было, нет. Во-вторых, им измеряют рост. Ну что, выше? Их стараются принарядить. Ну-ка, раздевайтесь. Пиджак хотя бы. Я что, должен ее надеть? Жарко будет. Сладко почву. Это ваш чай. Хороший. 3 ложки сахара. Опа! Их носят на руках. Они рассказывают истории, танцуют, поют и даже читают свои стихи. Это мое самое любимое стихотворение, поэтому я хочу его прочитать. «Возвращение с охоты» называется. «Ущелье, черный гроб, и только светлой пеной река грохочет, как гигантская гюрза. В кромешной тьме глаза грозят изменой и тянут плечи вниз двустволка и рюкзак. А небо, сколько звезд, вон Орион, вон Вега, медведец, 2 ковша, смотреть сойдешь с ума, пока не рассвело, дойти бы до ночлега, дорогу развезло, и близится зима. За целый день стрельбы всего-то 2 фазана, а силы нет азарта превозмочь, и, как всегда, вдруг падает нежданно тяньшанской осени убийственная ночь». Смотрите программу «Маркиза. Ретроспектива» в субботу в 21 час и воскресенье в 21:40 на телеканале «Россия-24». Автор и ведущий Александр Динис.